Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем с вами проходить черепашки ниндзя легенды и начнем, пожалуй, с магазина. Так, бесплатно открываем колоду и смотрим. По-моему, нам сегодня ДНК не выпадет. Да, нам выпадает 5 долларов. Ладно, зато два задания с вами выполнили. Так, первое, второе. Дальше у нас идет поднять уровень персонажа. У нас сколько с вами? Мутагена 16 тысяч. Нам хватит, интересно, для того, чтобы поднять уровень? Нет, нужно 18. Ладно, тогда давайте мы, наверное, с вами Зеку. Зеку поднимем один левел. Вот так вот, 72 уровня он стал. Ну что ж, замечательно. Здесь мы забираем с вами ревард. Сразиться и пройти серию испытаний. Вот, наверное, мы с вами серию испытаний пробежимся по-быренькому. Раз, два, три, четыре, пять. Побежали мы опять. Сейчас по-быренькому пройдем. И пойдем, ребят, на лигу. 3 дня я не мог зайти в игру. Я не знаю, по какой причине, ребята. Один раз мне почему-то удалось, но такие сильные лаги там были. Вот я хотел спросить, у вас как на этой недельке? Все нормально, если кто играет в эту игру? Как у вас? Все ли было ровно? Без косячков, ну, я имею в виду в плане того, что вы заходили, играли, и ни у кого ничего такого не было. Я не мог, просто-напросто. Я думал, что вначале у меня мой эмулятор лагает, но после того, как я запустил пару других игр, я убедился, что нет. Именно проблема была в черепашках, не с легендой. И, кстати, да, ребята, еще один косяк произошел с Hustle Castle. Я серию для вас снимал. Серия должна была быть длинная, очень хорошая, потому что я дошел до 16 уровня во второй... как говорится, во второй кампании. Мы же с вами прошли одну и начали с фараонами драться, да? В пустыне. С кошечкой, да? С Кэт. Так вот, ребята, у меня почему-то игра не записалась. То есть записал всего лишь 17 минут игрового процесса, а остальные 40 минут куда-то улетели в трубу. Поэтому, ребята, если вы мне напишите в комментариях, что вы согласны смотреть, даже пускай не с самого начала, а именно на том месте, где я остановился, я допродолжу и досниму серию Hustle Castle. Если же нет, я просто сниму, как я буду бомбить последнего босса, и дальше подведем вкратце с вами итоги. Так что, ребята, не забывайте написать к этой игре под комментариями, ребята, и все будет понятно мне. Если да, то да, если нет, то, как говорится, нет. На нет и суда нет. Вот. Но на самом деле очень было обидно, потому что мы там с вами одного босса завалили. Даже я бы сказал не босса, а предбосса. Это я про Hustle Castle. А вот в черепашке я не мог зайти, поэтому вот сейчас только зашел. А у меня очень мало дней осталось до конца недели. И я боюсь, мы с вами... На каком сейчас месте вообще? Лига самураев, 2 звезды. Не знаю, как мы с вами сможем подняться, потому что завтра мне на работу. Завтра уже воскресенье, то есть сегодня у меня получается последний день игры. Ой, не знаю, как у нас тут получится. В общем, я в сёгуны, наверное, не попаду. И, соответственно, у нас будет очень хреновый ревард. Но в этом не моя вина. Я не знаю, что, ребят, с игрой было. Так, ладно, давайте выполним всё-таки все задания. Нам нужно ещё найти... Погоди, не это. Где у нас Ванюша? Вот Ванюша. Найдем мы сегодня с вами 4 ДНК, как думаете, а? Так, тут у нас откат. Почему-то откат, странно, здесь отката нет, там откат. Так, 2, через 1 час, да, у нас опять сбросится. Но, смотрите, уже 2 ДНК нашли, то есть остается еще 3. Так, ну-ка посмотрим, что у нас с Кирби. Ага, у Кирби все отлично, Кирби мы можем спокойненько с вами искать. А почему, интересно, у Стиранка был откат? Я не играл? Или я играл? Я не мог зайти в игру, но почему-то у меня... Может быть, кто-то за меня играет, а? Может, кто-то взломал мой ак и играет? Так, ну что, сразиться в 10 боях? Подожди, а почему так происходит? У меня еще пицца есть, так ведь? Ну-ка, давай-ка, иди сюда, хан, будем тебя искать. Что-то вообще тут... Ах, у меня телепорты закончились. Ядрить, макарить, ребята, вот мы и доигрались. Телепорты, оказывается, у меня закончились. Это в первый раз. Фиг знает, за сколько времени у меня это все дело закончилось. И что, получается, у нас с вами нет откатов? Нет, откаты есть 6 штук. Да, ну должны были еще получить 5. И было бы у нас 11. Ладно, поехали тогда на турнир. 34 ранг, ну, соответственно, мы с вами быстренько сейчас доберемся до самурая 3 звезды. Берем с вами Леонардо и малышей. А малышей у нас будут вот такие.
Потому что я уверен, что Леонардо сейчас просто с одной вертушки положит их всех. Но если не положит, мы сфейлимся в очередной раз. Ну-кася, выкуся. Полегли. Но я же говорил, что Лео это имба-боец в данный момент. Но ничего, ничего, мы его прокачаем до соточки когда-нибудь. Может, лет так через пяток. И он будет имбовый вообще. В плане 29-я позиция. Вы чё? Чё, ребят, с игрой происходит? Я не понимаю. То не впускает, то поднимает меня. Я прошел идеально, он взял меня всего лишь на 5 ступенек поднял. Офигеть просто-напросто. Так, ну ладно, давай посмотрим, что в этот раз он учудит. Так, поехали. Я вначале вот эти 6 боев, ребят, сделаю с помощью Леонардо, чтобы нам как можно выше подняться по рангу, а там уже будем разбираться сами. Ну что, положишь ты у меня всех? Ну, куда он денется, ребят? Конечно же, положат, и они все валяются. Так, у нас еще, не забываем, одна серия испытаний не пройдена. Поэтому сегодня будем проходить ее в обязательном порядке. Так, 29-я позиция, смотрим на 12-ю. Ну, что-то вообще как-то кисло идет все это. Очень медленно у нас команда идет на подъем, и мне это не нравится. Мне это очень и очень не нравится. Я разочарован. Таким успехом мы, боюсь, и до Сёгуна не доберемся. А если доберемся, то вряд ли мы удержимся с вами. Ну что, давай вертушку. Законопатим вертушку. И вот, опа, 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 она. Ну это хорошо, что хоть он начал по Лео бомбить. Шик, разрубили его. Я представляю, с вертухана вот такими двумя мечами получить по роже. Ой-ой-ой, это, наверное, смертельно больно. Смертельно больно, это вообще смертельно. Про больно я молчу. Так, 95-я позиция, Лига Самураев, у нас 3 звезды, продолжаем наш разговор. 4 отката у меня пока еще есть, команда у меня пока еще тоже есть, поэтому будем их всех, как говорится, использовать. Можно даже было бы и поменьше взять ребятулик, но я боюсь, что мы можем здесь сфейлиться. Если любая ошибка, ребят, с нашей стороны, и все, как говорится, тут пощады не жди. Ну вот видите, что... А, нет, мы его добьем. Это нам повезло, что он не успел сходить. Если бы он сейчас бы свою волну бы пустил бы, тут полегли бы у меня битулечки. Хотя, может быть, и не полегли. Уровень-то, в принципе, был на уровне в 80-е. То есть на 15 ступенек меня всего лишь подняли. Ну, что так все нехтит, а? Почему все нехти? Так, 44-й уровень. Ну, давай мы с тобой сделаем, знаешь как? Мы с тобой сделаем вот так. Раз, два, три. Раз, два, три. И вот так вот. Мы будем брать 3 маленьких и одного покрепче. 3 маленьких, одного покрепче. Взгрустнул, парнишка, да? Правильно, взгрустни. Потому что сейчас я твою команду разобью. С удара, ты видишь, даже никто не выжил. Так что думай, парень, думай. Идеально, как говорится, мы прошли с вами. Двигаемся дальше. 970 мутагена, надо хотя бы дойти, когда нам будет уже давать 1020, 1050, 1075. Так, ну что же, в бое, конечно же, в очередной бой, 43-й уровни, причем какие-то ребята с бронзовыми звездами. Сандер, да? Overwatch у него значок, видимо, любитель поиграть в Overwatch, а это у него так, игрушка на досуге называется. Ну что, ребятушки, давайте быстренько сейчас зашкварим этих ребятушек и быстренько пойдем дальше. Хотя бы до Сёгуна добраться бы нам, вот сегодняшняя у меня планировка. Опа! Опа, пулечки, ребята, вот этого я не ожидал. Ага. Что будем делать? Проигрывать? По-моему, да, по-моему, нам здесь каюк. Ну, не всем, но многим. Нет, подожди секунду. Не надо гранату бросать, только не гранату. Ёппарасете. Слушай, нам просто крупно повезло. Нам очень крупно повезло, что все они выжили от удара гранаты. Причем уровень этого носорога в 2 раза больше, чем были у меня герои. Видите, да? 30-е уровни, а он, по-моему, был 40... Сейчас скажу. 45-го на 15 уровней, ёпры, СТ. И мы выстояли. Фух, великолепненько. 50-я позиция. Ровно половина, ребята, нас отделяет от Сёгуна. Одна звезда. От Сёгуна одна звезда, ё-моё. Такого давно не было, чтобы мы с вами в Сёгуне одна звезда зависали. Да, кисляк, кисляк, конечно. А знаете почему? А все потому, что у меня нету телепортов. Я не могу... Картинка прикольная. Я не могу, ребята, получить еще 5 откатиков. А они бы мне сейчас... Ой, как зашли бы. Ну, вы понимаете сами, да?
Опять от катиков. Да что ж такое, как мы будем делать? Как мы будем выживать, как мы будем жить, ядрить, макарить? Не знаю, ребят. Я, может быть, под вечернюю зорьку еще немножечко пройду. Может быть, там пойдут у нас откатики. Как-то все гоню в этом зависну. И надеюсь, что да идите вы со своим скайландером сейчас. Ну зачем вы вот эту вот мне ерунду вы вытряхиваете сюда? Как меня достала вот эта реклама, ребят? Я не знаю, как ее отключить. Уже вот серьезно. Так, ну что, 34-я позиция. Поехали. Поехали и будем мы драться с вами с Олегом. Олег. Так, у него 45 уровень, а мы с вами вот так вот по-хитренькому сделаем. У меня 50-е левлы, но не прокачанные, не забываем об этом. Но я думаю, что здесь все-таки мы положим этих ребятулек на лопатки. Для начала начнем с кунаев. Оп, да, урон, конечно, ничтожный, ну ладно. Хила нет у него здесь? Хила нет, кстати. И это хорошо, ребята. Что хила-то у него нет? Опа! Ха, Лео упал. И, наверное, добивочный от змей Ковюна. Я надеюсь. Да. Зергут, все хорошо. Завалили, даже не поморщились. Так что переходим к следующему бою. Кстати, ребята, еще я возобновил серию игр, которые звездный, как это, звездный десант, по-моему, да? Стратегия на Android. Вы мне как-то напомнили, кто-то из подписчиков написал: Рэй, а ты помнишь такую игру Iron Marines? Я говорю, ну, помню, да. А не хочешь ли ты продолжить ее проходить? И я подумал, а почему бы нет? Зашел, и знаете, что я увидел? Что у меня в облаке запись была, ой, какая далекая. То есть на первой еще карте, наверное, миссии только 5 было пройдено. Я взял волю в кулак и прошел до того самого места, на котором я остановил последний свой видос. Немножко система древа прокачки у меня немного другая. Кстати, я там открыл себе раз, два, три, по-моему, 3 новых персонажей. Так что, ребята, пишите мне в комментариях, если вы хотите увидеть продолжение Звездного Десанта. Или как, Железного Десанта, да, будет, наверное, так. Iron Marines, да, Железный Десант. Ну что, что-то мы отвлеклись с вами. Не по теме. Давайте, ребята, дальше продолжать нашу битву смертельную, да? Лига Сёгунов. Уже Лига Сёгунов, и тут Кушнир. Это наш парнишка Кушнир, потому что написано по-русски. Он в очках, он в кепке или в бейсболке, в общем, не знаю что. Но будем, короче, драться мы именно с ним. И я надеюсь, да, у меня есть с кем подраться. Так, сколько у меня бойцов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, восемь, девять. Хорошо, сделаем мы с вами вот так вот. 4 бойца моих. И потом на следующем мы включим. То есть мы сделаем с вами 2 боя. Сделаем по-хитрому, да? Ну, конечно, будет бонус маленький, но все-таки. Так, змея-карай, поехали. Поехали, поехали, быстренько. Оп, чикрыжнули. Так, что он делает? Иммунитет, скорее всего, да? Скорее всего, да, иммунитет. Поэтому давайте, ребята, паутинку бросим от паукуса. Слушай, а, ну у нас 2 массовика остались, это Бакстер и, конечно же, Ванька-стиранка. Поэтому начнем с Бакстера. Бум, и на нем же закончили. До Ваньки не дошла очередь. Ну, если бы дошла, он бы, естественно, начал бы пуметную дробь, и все, все, они полегли бы. Даже пикнуть бы не успели. Ну что, Кушнир, я надеюсь, это был для тебя урок. Ребят, конечно же, не в обиду, я ни над кем не стебусь, это просто я шучу, чтобы было веселее, а то... Сопли будем на кулак наматывать. Так, что тут? Майкл, да? Майкл, Михаил и Юсуф. Юсиф, Юсуф. Ладно, не имеет значения, я буду драться с Майклом. Майкл. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такая вот бравая команда. То есть она сейчас порвет любого. Даже тебя. Даже тебя, Майкл. Потому что, ну, не повезло тебе. У тебя 46 уровень, а у меня 70. Есть разница? Есть. Я даже, знаешь, что сделал? Я даже не буду ничего делать, я буду просто бросать ногти. Потом я сделаю проникающий в живот. На! Потом я возьму провокацию. И на этом твоя песенка просто спета. Ну давай, давай. Ну, ну что то, ну, ну мушка, ну успокойся, радость ты моя. Вот так вот, это для разминочки, ребята. Да-да-да-да-да. Слушай, Микеланджело, а почему, почему ты запоздал со своим суперударом? Точнее, со своим супербафом? Ты же обычно у меня как бы на передовой всегда первым делаешь, но тут ты почему-то лопухнулся невзначай. Да, ребята, вот был наш последний бой. Естественно, мне не хватает еще, ну, 5 откатиков. Буквально на 5 откатиков, ребята, я бы еще бы при помощи Леонардо сделал бы здесь 5 боев. Ну...
Хотя бы так. В Сёгуне 93-я позиция. Естественно, здесь мы долго не задержимся. Нас скинут буквально, может быть, через часика 3-4. Ну, я под вечернюю зорку, как и говорил, зайду и попробую все-таки выровнять наше положение. Ну, может быть, мне еще дадут 3 доллара. Да? По откату. Должны же дать, по идее. Так, нет, ребят, они меня сегодня достанут своей рекламой. Вот серьезно вам говорю. Не обессудьте. Меня она тоже нервирует. Вырезать не буду. Так, ну что, поехали. У нас с вами испытание, которое называется «Ярость Рафа». Да-да, именно «Ярость Рафа» мы будем сегодня бомбить. Поэтому не будем долго здесь задерживать. Оу! А вот это, ребят, называется подстава. Знаете почему? Ну, вы посмотрите. Самый максимальный уровень — это 51-й. То есть, куда мы с вами придем? Естественно, только до 4-5 боя. Это максимально, что мы можем сегодня с вами одолеть. Такими-то персонажами. Они у меня еще и не прокачаны. Ну, Ксевер, да? Саблезуб, Крип. У меня только здесь прокачанный. Это более-менее Паукус. И все. Понимаешь? И все. Больше никто. Да... Вот так вот тебе, ярость Рафа. Называется, подкопили карточек себе, да, ДНК. Да, и серия от этого становится, конечно же, короче. В разы, причем, ребят, короче. Потому что ни откатов, ни долларов, ничего нету. Покупать, естественно, я не буду, донатить эти доллары. Перебьемся, как говорится. Так, ладно, давай, ребятулечки. 25 опыта. Рафаэль фильм нам достается. Слушай, ну что-то мы с вами вообще как-то, да? Без телепортов, без откатов остались. Что за ересь? Почему такая? Может быть, ребят, какой-то баг был в игре, у нас это все куда-то слилось? Ну, а не, погоди, я так не хочу делать. Че я, ребят, тут это? Давай в тобой. Пускай он здесь разрулит ситуацию. Ну, Крип. Крип получил у нас, ребята, понижение защиты. Но, тем не менее, он взял на себя провокацию. Зачем? Ума не приложу. Так. Слэш, кожеголовый и две тли. А что это за тля, ребят? Что это за бабочки такие, а? Я помню, кто-то писал, что на них тоже вроде бы упал мутаген, да, и они такими стали. То есть, наверное, были бабочки мирные, летали себе, да? А на них бац, мутаген. Этот мутаген тут, я смотрю, всех промутировал в каких-то уродов. Если честно, да, ну... Ксевер превратился вот в эту вот рыбу. Крип, а Крип я не знаю кто. Слушай, а действительно, кто такой Крип? Наверное, какой-нибудь чувак, который жил в болоте. На него мутаген капнул, он стал болотной тварью. Может быть так? Ну, с носорогом и с бибопом все, конечно, понятно. Это два преступника, да? Тем более носорогом стал Ванька-стиранка. А бибопом стал у нас кто? Зэк. Да, именно он. Так, ну что, победушка. И мы с вами продвигаемся дальше. А Паукус? Почему Паукус стал Паукусом, а не Человеком-пауком? Ведь на него упал мутаген, елки-палки. Он же должен стать Человек-паук. Нет, он стал Паукусом, ядрет на корень. Представляете, такой супергерой Паукус. Что-то такое, нечто, да? Голова с щупальцами, ядрить ее на корень. Так, ладно, шутки в сторону, ребят. Бомбим. 30 уровень, то есть уже мы с вами подошли к нашему пределу. 30 уровень. Следующий бой будет, по-моему, 40-й, 45-й. И там уже, скорее всего, все. На том мы с вами и закончим, потому что, ну, нет смысла даже проходить. Максимальный уровень у меня героя — это у Паукуса, он 51-го. Но он, сами знаете, один, в поле не воин. И фиг он там что сделает. Тыч. Так, мы даже Грипп с вами не можем убить с первого раза. ЕПРСТ. Но зато Крип у нас с провокацией стоит, деловой, но его сейчас и разберут быстренько, наверное. Вот, видите, что происходит. Так, Макмен тут в ее... Кстати, Макмен и Крип, они схожи по несчастью, что тот в помойку упал, да, в мусорке был, бомж, наверное, да? В мусорщик упал в помойку, на него капнул мутаген, он стал таким вот бомжом, елки-палки, мусорным. И Крип также, наверное, чувак просто на болоте где-то там тусовался. Может быть, ламинарию кушал в этот момент, и он стал какой-то непонятный кем. Какой-то хранитель леса, елки-палки. Так, Рафаэль, хорош. Ребят, у нас уже пошли первые потери, как вы видите, да? Наверное, скоро будут и вторые. Сейчас я попробую сам сделать, разрулить эту ситуацию. Ну-ка, давай-ка бросим паутинку. Паутинка, кстати, очень хорошо сработала. Ай-яй-яй, Ксевер, ты слабак. Ты в курсе? Ты слабак.
Ну да, Крид. Опс. А, нет, это он понизил нам скорость. Все время, ребят, путаю, что он понижает скорость. Мне почему-то кажется, что он все время Крид на себе повышает. Ну что же, одна звездочка. Ну, а что поделать? Если сильный враг, я что могу сделать, ребят? Так, ну зато мы получили с вами Рафаэля Видения. У меня его не было. Так, смотрим здесь. 45 уровни. Есть ли смысл нам сюда вообще двигаться? Я не уверен, потому что команда слабая. Хорошо, по вашим просьбам я попробую затащить. Но я в этом очень сильно сомневаюсь. Очень сильно, ребят. Так, не буду я тратить пока паутинку, она нам пригодится. Если пригодится еще. Ага, на нас повесили постепенку. Видите, что плохо, что в этой команде у меня нет ни одного хиллера. То есть я не могу даже залечить свои раны. Танцулька. Ага, защиту понизили. Давай, наверное, вот так вот делать. И поджарим их всех. Угу. Ну, давай, паукус. Так, постепенный урон убил крысу. Угу. А здесь у нас железноголовый и слэш. Ну, давай тогда так попробуем. Ёпарус, это мы не можем с вами даже... Даже бомжика пробить не можем. Стрелозадова. А-а-а. Так, начну-ка я с железноголовой, потому что я чувствую, он возьмет на себя провокацию, скорее всего. Мы даже его не добили. Так, опс. Саблезубу хана, да? Нет? А, ну тут меткость была понижена, поэтому он и не добил. Ясен перец. Давай тогда так сделаем. Слабо. Все. Подбили саблезубого. У них еще, ребята, защита. Видите, да? Усиленная. Давай тогда паутинку бросать. Вот, минус 2. Слышь, тут прыгает. У него все удары, ребята, связаны с прыжками. Он любитель попрыгать, я смотрю. Это случайно не та черепашка, про которую вы писали? Черепашка, как его там? Микеланджело. Которую он, помните, берет в руки и та плюется огнем. Просто она стала гигантской. Нет, не та черепашка, может быть, я путаю что-то. Так, последняя волна, и у меня, ребят, ну вообще, вообще героев мало осталось. Нет, ты посмотри, что тут происходит, ребят. Я не знаю, тут еще Рафаэля, а Рафаэль у них хиллер. А он бросает люк. Так, ну что, носорогу хана, я так понимаю, да? Так и есть. В общем, ребята, паукуса они мне разберут. Даже Ксевер здесь нам не поможет. Оп. Вот этот паукус вжарил сейчас. Вот, ребят, ты случайно не слышишь? Маленький, а? Ну, похож на самом деле. Так, все, Ксевера как будто здесь и не было. У меня еще два хода, ребят, до отката массовой атаки. Поэтому не вариант. Просто не вариант. Сейчас его распишут. Да, ну, я лично хотел убедиться, что я действительно не справлюсь. Это, как говорится, не ваша вина. Это моя была личная инициатива. Так, ладно, давай тогда с вами... Ой-ой-ой, здесь не хочу, ребята, я не хочу здесь... О, у нас еще, кстати, испытание, черепашья буря, давай попробуем... Давай попробуем здесь тоже поиграть. Так, 10 сыра требует. Так, смотрим, ребят, каких нам дают героев. Зек, Крис, Рахзар... ну, давай, давай попробуем. Я знаю, что очень-очень сложно. 4 волны, плюс ко всему здесь будут только лишь черепашки. С ними очень тяжело вообще совладать. Я вам серьезно говорю. Но я постараюсь. Я очень сильно должен постараться. Массовая атака. Нет, не массовая. Ну, давай кого-нибудь нахлобучим. Ой, Леонардо не пробили, а атаки с проникающим. Вот. Ну, вы сами видите, до чего они крепкие. И это только первая волна, их 4 будет. Ага. Давай пулеметную дробь. Так, ну что, остается только лишь подобивать их. У нас хила нету, ребят. Провокацию взял Рафаэль. Поэтому нам... Да что же вы, еще и защиту, ё-моё. Пробьем его, как думаете? Пробили. Шикарно. Так, ну, Микеланджело делает хил. Причем хильнулся он довольно неслабо, я вам скажу. Так, постепеночка. Я думаю, что нам надо поставить контратаку. Раз, два, на двоих попало, и это уже плюс. Так, ну что, Донни, давай-ка мы тебя маленечко побомбим. И кастетом добьем. Опс, не добили. А вот теперь добили. Ну что, первую волну с горем пополам прошли, вторая волна, опять же черепашки. Опять же, блин, черепашки. Кто тут у них сильный? Да они, в принципе, ребята, все сильные. Все сильные, понимаешь?
как звучит. Все сильные, все могут, типа. Ладно, хорошо, давай я. Опс. Меткость, по крайней мере, понизили. Ага, хил. Майки тратит хилочку. Нам помогает, ребята, наша защита. Воу, Микеланджело снесли. Так, Леонардо. Давай попробуем его забомбить. Мы ему блокировали способности. Это уже плюс. Волна, волна. Давай волну применим. Ох, как шикарненько. Волна сработала. Минус. Так, Донни, что? Ну, он, по крайней мере, не стал делать массовую атаку. Это уже плюс. Добьют? Да, бьют, конечно. Рокзар добивает. Ну, третья волна. Ага, тут у нас сказочники, да? Леонардо. Ну, давай Леонардо попробуем пробить. Потому что у него массовая атака. Ать! Не вышло ни шиша. А ты пробьешь? Да ладно тебе. Ну, придется бомбочку тратить, а чё? Уж, так. Ну что ты, что ты, что ты, что ты делаешь, а? Вот тахламон. Ой-ой-ой, смотри, все начали применять свои массовые атаки. Давай-ка мы поставим еще раз на контратаку. Ага, вот так они делают. Минус. У Микеланджело, кстати, тоже контратак стоит. Сейчас попробуем с вами Донателло уничтожить. Ага, уничтожили, аж два раза. Ну-ка, граната. Есть. О-о-о-о, Ванюша, Ванюша, ну как же ты так, Ванечка. Ванечка, ну зачем же ты так сделал? Зачем ты отдуплился? Ребят, четвертая волна, и здесь у нас оригиналы. Одни оригиналы стоят, поэтому будем начинать, наверное, блин, тут они все довольно серьезные черепашки. Оп, постепенно, это хорошо, ребят. Давай еще вот так сделаем, хобана. Все, я надеюсь, он отдуплится, я ставлю защиту. Без нее нам никуда. Есть, Микеланджело отдуплился. Так, этот снимает себе. Только что снимает, ничего на них не было. Ай, как хорошо, ай, красиво было. Хил от Рафаэля. Довольный такой. Так, и еще и постепенно, ребята, исцеление у них идет. Видите, в чем суть вся. Ну-ка, пробивной не прокатил, а так если. Ну, посмотри, какой сильный здесь Леонардо, ребят. Ага, получилось. Давай, мимо, почему мимо? А, у нас меткость, ребята, понижена была, поэтому и мимо. Так. Оп, думаю, сейчас Рокзара, наверное, нам забомбят. Почему-то, кажется, так произойдет. Хотя, нет. Нет, ребята, мы с вами проходим. Жалко, конечно, что один боец у нас отдуплился. Надеюсь, один боец, больше никто не отдуплится. Оу. Да, один боец у нас потерян. И мы с вами не получим 3 звезды, поэтому не сможем пофармить. Но, ну, зато я прошел. Как ни странно. Вау, Микеланджело, $60? Слушай, это круто. Ребят, это очень круто, $60. Теперь я могу себе купить 100 порталов. Да-да, именно 100 порталов, они мне нужны. Так, задание. Вперед. Да что ты, какой вперед? Нам нужно, понял. Нам нужно. Так что давай-ка, Кирби. Ты думал, ты от меня так легко отделаешься? Нет, радость моя, не отделаешься. Я все равно тебя найду. Где бы ты ни прятался. Ну, сделали, по-моему, сделали, ребят, мы с вами задание. Нет, не доделали еще. Поэтому надо. А, у нас достижение, вот оно что. Так, ох уж эти белки. Победите белконоидов, 500 штук, забираем. Так, а нужно еще бронированных тараканов 500. То есть, ребят, 3 таракана бронированных мы убиваем, еще получаем 2 ДНК. А также у нас маузеров. Ну, с маузерами у нас как-то кисло все идет. Маузеры нам не часто попадаются, да, по сюжетке. Так, мы здесь обменяли 10 тысяч, кстати, у нас с вами сюриков. Давай посмотрим. Ну-ка. Тут минус, тут минус. Где сюрикен-то у нас? Магазин в предметы. А, ну вот же, елки-палки, что я делаю-то? Да, я хочу приобрести и этого, и того. Вот так вот. Чтобы меньше нам искать на них потом ДНК осталось. Ладно, надо еще кого-то два разика найти. Кого-нибудь, кого только, вот я не знаю. У тебя откат-то еще когда? Через час. Через час. Угу. Ну тогда давай. Хана мы полностью нашли, да? Нет, не полностью. Вот мы его как раз сейчас с вами и найдем. Раз попыточка, два попыточка. И последнюю попыточку, ребят, тратим. Три. Все, и забираем наш ревард.
Хоп. Хоп. Ага, ребята, только два отката дали. Видимо, у нас сделано было наполовину. Да как же так может быть? Ребят, я не играл в игру, почему такая фигня? Может быть, с прошлого раза еще что-то осталось недоделанное у нас? Только так могу объяснить. Ну, ладно, 95 у нас откатов. Точнее, телепортов. Откатов у нас всего две штуки. Будем ждать, когда у нас полностью все это откатится. Так, а как вы думаете, я вот это смогу пройти? Я почему-то сомневаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. 70 уровня, да? Я 60-го там еле разбирал, а тут вот так вот мне. Но могу, наверное, вот здесь кого-нибудь поискать. Кто у нас тут? Ну-ка, давай попробуем найти. Опа, видите, как фартануло? Слыша. На слыша две ДНК сразу выпало. Так, а вот здесь повезет нам, как думаете? Ага, аж три раза, ребят, повезло. Один золотой осколок. На пульверизатор. Язык сломаешь, пока назовешь его правильно, как величать. Опять эти жетоны. Четыре серебряных осколка. И все, сказали Рэй. Хорош, успокойся. Пофармил маленько и будь. Оу, oh, е! Yeah! Ребят, я даже как-то и без задней мысли, что у нас. Вот-вот, наконец-то, ребятулечки, я открываю себе слэша. Я давно хотел, я говорил, что очень был доволен, когда открыл себе белочку. Да? Потом, когда у меня появился Армагон. Потом, когда я себе открыл Усаги Роквелла, ну, Роквелл так себе. Ну, и вот, наконец-то, я открываю себе слэша. Я нас всех, ребят, с этим поздравляю. И у него три золотые звезды, это круто. И у него способности. Помятое лицо. Слэш лупит врага своей булавой с вероятностью в 15%. Союзники класса хитрость получают защиту на один ход. Слушай, ребят, ну такое ощущение, что это действительно тот самый дракончик. А ну как, что он делает? О, размял типа плечо, да? Потанцуем. Слэш подкатывает к врагу и ударяет его булавой. Вероятность 10% вызвать оглушение на один ход. Круто. И пушечное ядро. Слэш подпрыгивает и приземляется на врага. Увеличивает силу атаки на 25%. Слушай, ну это вообще солидно. Так, ну я думаю, ребят, нужно, конечно же, его прокачать. Какой там у нас максимальный уровень-то получится? Ай по красоте, ребят. Ай по красоте-то как? Хватит ли у нас... помятое лицо. Ну, черт, мутагена нету. Давай вот это вот хотя бы выучим. Вторая ступенька здесь. Здесь не хватает. Ну, по крайней мере, я буду знать, что мне надо будет у слэша прапать возможности, спецприемы. Ну, это классно. Серия, как говорится, пройдена сегодня не зря. Мы открыли слэша, видите. Надо же так было просто фартануть. Хоп, две ДНК слэша получил. И на тебе, мы его с вами получили окончательно. А на самом деле мы его где с вами зарабатывали? По-моему, за... вот здесь мы его вроде бы, да, с вами открывали. Да, вот здесь мы копили на него, тратили эти жетоны. Ух, так, а кого же мы будем с вами в следующий раз-то собирать? Как вы думаете? Вот у меня из видения никого нету, ребят, ни одной черепашки. Тут всего лишь две ДНК, и у нас прапается наш Рафаэль. Тут пять ДНК, ну эти, конечно, крутые ребятули. Так что, ребят, пишите в комментариях, может быть, сообразим на кого-нибудь. Ну, а на этом, пожалуй, и все. Можно закругляться, завершать эту серию. Под вечернюю зорьку я еще раз вам сказал, что, возможно, я поиграю. Может быть, укреплю свои позиции на аренке. Два откатика. Потом, когда у нас там задание, это через 13 часов. Да, это очень долго, много. Вряд ли я успею. Ну, все. Всем пока, всем удачи, ребята. И до новых скорых видосиков. Удачки вам.